это не узачета. Арсений выпал из мира. Так, сейчас нужно проверить, что там подготовил этот Арсений. Здесь вроде бы вещи есть, здесь на третий лайфхак нифига нету. Арсений! Ты почему вещи не подготовил? Мы же с тобой договаривались. Сеня! Сеня, ты где? Арсений! О, ты здесь что ли? Ты что, блин, делаешь-то, Арсений? Подожди, только не говори мне, пожалуйста, то, что ты все это время там плясал. Такого же не было, Арсений. Несколько дней прошло. Ок. Чё ты улыбаешься, дурак? То есть такое было, что ли? Где штаны твои? Штаны напялил быстро, ага. Вон, я там вижу, какие-то вещи лежат, и штаны вроде тоже. Да, я уже понял, Арсений, то, что ты говорить не будешь, а такое уже было на самом деле. Вон они у тебя лежат на танцполе на твоем, на котором ты уже танцевал. Арсений, ты мне скажи, ты готов сегодня лайфхаки новые строить или нет? Ты почему вещи для одного лайфхака не положил? Скажи-ка мне, пожалуйста. Кого? Чё ты тут комокаешь? Лайфхаки, говорю, готов строить или нет? Ты мне на вопрос ответишь? Молодец, готов. Тогда погнали. Вещи давай неси, иначе я тебя все-таки выгоню и возьму другого подписчика. У меня нет вещей. Ты же их сам в бочку положил, дурачина. Мы же с тобой договаривались. Я тебе лайфхаки скинул, ты посмотрел, какие вещи там нужны, и положил их в бочку. Было такое? Все с этим Арсением неладно. Походу опять придется все самому делать. Вещи отдал. Кому ты их отдал, дурачина? Арсений, смотри, я тебе, короче, предупреждаю. Если я вещи сейчас сам буду брать из бочки, тогда тебя в следующем видосике уже не будет. Хочешь быть в следующем видосике? Давай. Тогда мы с тобой устраиваем гонки. Кто сейчас первый добежит, тот и, походу, решает. Арсений, ты офигел, что ли? Вот всегда бы так. Только знаешь, что я еще заметил? То, что у нас что, сегодня третьего лайфхака не будет, что ли? И что ты делаешь, Арсений? Вот, смотри, третий лайфхак. Здесь должны быть у нас вещи. Ты для чего ломаешь? Ты что такое придумал? Так, ну давай. Ты, видимо, решил там что-то написать. Что же ты там такое сейчас черканешь, Арсений? Ну-ка давай, скажи-ка мне. Просто бочка. Ну да. Видимо, складывай туда всякие ненужные вещи. Давай, Арсений, короче, я сюда подошел, и мне нужны вещи для моего первого лайфхака. Давай вещи сюда скидывай. Кстати, да, это ты хорошо присел. Мы тут наконец-то все доделали. Я просто понял, в чем была проблема. Вы мне в комментариях написали, там просто у меня рельсы стояли, из-за этого там все не двигалось. Арсений, не убирай! Я этот лайфхак так долго делал, ты его сейчас сломать не хочешь? Не-не-не-не-не. Лучше садись сюда. Арсений, садись. У меня с тобой назрел очень серьезный разговор. Быстро сел! Да, да, пока вещи скидывай, это ты молодец. Только, Арсений, ты что мне по одной штучке скидываешь? Там вроде бы побольше было. Там мне липкие поршни вроде как еще нужны. Го делай, срочно, там один, один, один. Точно один. Смотри у меня, я потом проверю. Так, ну-ка быстро садись. Стул можно было, Арсений, и не раскладывать. Ну ладно, и так сойдет. Арсений, слушай меня внимательно. Ты лайкос уже поставил на видео или нет? Да. Да. Молодец. А вот ты мне ответь на вопрос. Почему на прошлом видео, на первой серии этих лайфхаков, зрители поставили очень мало лайков? Скажи-ка мне, пожалуйста, ты знаешь ответ на этот вопрос или нет? Походу, Арсений тоже этого не знает. Нет, Арсений не знает. Поэтому этот вопрос я адресовываю вам. Почему лайков-то так мало? Ты возьми просто лайкос поставь, потому что я так долго серию эту снимал, так... Что ты делаешь? Не ломай, Арсений, ничего, ты дурак, что ли? Я ж тебе... Мы же уже договорились. Короче, ладно, все с тобой понятно. Так, подожди. Ты мне вещи не все скинул. Там еще должны быть редстоуны. Арсений, ты что мне второй-то лайфхак принес? Мы же договаривались, что мы с первого начнем. Ты дурак, что ли? Ах, Арсений. Перепутал, да? Ну ладно, так уже быть. Видимо, Арсений подумал о том, что мы начнем другой очередью. Но я протупил. Арсений, такое уже бывает на самом деле не в первый раз. Ладно, короче, смотри, для чего нам нужен этот лайфхак? Арсений, подожди, далеко не убегай, я с тобой поговорить должен. Смотри, мы с тобой к жителям такие, значит, завалились в деревню, а у нас у самих-то даже домика нету. И знаешь, что подумал? Давай мы с тобой домик сделаем, причем сделаем его очень секретным, Арсений. Как ты думаешь? Го! Арсений со мной согласен, а еще я тебе хотел сказать то, что это, смотри, это самый легкий лайфхак из ТикТока. Вот, это там, как бы автор этого ТикТока так говорил. И, кстати, вот ты сейчас вот эту штучку занимаешься, она тоже нам пригодится в лайфхаке. Ага-га-га-га-га-га. Чё ты угораешь, дурачина? Случайно, да? Пофиг, мне, Арсений, все равно эта штука не нужна. Это все жители, они тебе потом по башке-то и настучают по твоей. Короче, смотри, давай выбирать место, где мы с тобой сделаем наш домик. Я думаю, то, что мы его будем делать где-нибудь здесь. И поэтому смотри, Арсений, мы, короче, сейчас сделаем с тобой самый настоящий секретный проход в наш домик. Арсений, ты готов это сделать или нет? Так, смотри, короче, мы сюда просто ставим поршень. Вот так вот мы сделали. Здесь мы с тобой просто ставим рычаг. И, Арсений, в принципе, все уже почти готово. Нужно просто земельку сюда поставить, вот так вот. Все, Арсений, весь наш лайфхак готов. Ты хоть понял, что в нем такого секретного? Для чего нам нужна мотыга? Арсений, смотри и слушай меня внимательно. Мотыжить! Я тебя сейчас отмотыжу этой мотыгой, дурачина ты. К
Какой ты глупый. Короче, смотри, мы просто здесь, короче, землю так вскапываем, у нас открывается рычаг, мы на него нажимаем. А я рычаг-то не там поставил, подожди, я дурак, что ли, я перепутал, походу, немножечко, так? Да, я перепутал, Арсений, я дурачина, ща-ща-ща. Нужно систему немного исправить. Такой легкий лайфхак, и я в нем зафейлился. Нужно было просто рычаг поставить вот туда, Арсений, не ломай ничего. Если ты меня еще раз так будешь отвлекать, я тебе вмажу! Причем вмажу я тебя сам настоящим назаритовым мечом, который появился в версии 1.16. Вот, в которой мы сейчас играем. Арсений, смотри, мы, короче, вот так вот делаем. Смотрит он. Я смотрю, ты там не то, что его смотришь, ты там вообще очень наблюдательный такой, да? Вот, Арсений, если бы ты меня все это время не отвлекал, я бы все сделал с первого раза, а сейчас мне придется просто фейлиться, блин, так, исправлять все тысячу раз. Так, вагнетку мы сейчас хорошо возьмем. Опа-на. И все, Арсений, и здесь будет наш с тобой секретный домик. На этом наш лайфхак закончен, и мы приступаем к следующему. Арсений, ты куда опять делся? Ты что там, за кем опять бегаешь? Я тебя не понял. Ни за кем не бегаешь? Кто там? Кто там тебе жизнь портит? Я не понял. Вот знаешь, Арсений, пока что жизнь портишь не только ты. Нафига ты до жителей докапываешься, Арсений? Ты меня достал. Ты можешь их, пожалуйста, не трогать. Надеюсь, то, что мы с тобой договорились. Помогите! Арсений, чем тебе помочь? Я же лесенку специально поставил, чтобы можно было просто взять и залезть. Ты дурак, что ли? А, ты до нее допрыгнуть не можешь. Так ты ее сам зачем сломал, ты дурачина? Вот, и все. А в чем тебе помощь нужна была? Ты застрял или что? СПС. Да, пожалуйста, Арсений. Давай, ты пока что бери и вещи мне неси для второго лайфхака. А я пока что здесь все подготовлю для него, потому что для него здесь нужно будет очень много места. Арсений, ты там не потерялся, я надеюсь, хотя бы? Арсений, почему я тебя все еще не вижу? Вот, вижу. Давай, вещи мне скидывай. Лови! Ай, Арсений, ты чё прям в лоб-то мне кидаешь? Ну, это не то. Там бочки не было в вещах, Арсений. Арсений, ты мне просто скинул, походу, свой третий лайфхак, которого не существует. Ну-ка, быстро пошел за первым. Я сейчас, смотри, я сейчас, короче, так вот сделаю. Меч я достаю, и я бегу к тебе, Арсений. Ты чё, ты офигел? Так, Арсений, ты далеко от меня не убежишь, потому что я тебя сейчас так вмажу. Дурачина, а. Все, вещи, короче, быстро бери. Я пошел пока что готовить. Арсений, пожалуйста, можешь ничего не делать. Просто вот делать то, что я тебе говорю. Или я тебя реально до следующего видосика, Арсений, не допущу. Все, ты меня уже так достал. Меня просто уже бесит, блин. Что ты здесь делаешь? Стойка для брони, да? А еще целая куча вещей. Кнопка. Ты что, мне так сейчас по одной штучке будешь всего скидывать? Ты дурак? Можно, пожалуйста, это делать как-то побыстрее? Так, подожди, я еще не помню, правда, сколько там вещей мне для этого пригодится. Поэтому, возможно, я сейчас тоже немного ошибусь. Короче, Арсений, смотри, ты уже догадался, что мы с тобой будем сегодня делать или нет? Конечно, ты еще не догадался. Что ты вообще можешь думать? Ты вообще какой-то глупенький. Так, нам нужен, короче, пока что редстоун и еще редстоуновые факела. Мы, короче, ставим все вот сюда. Это мы ставим вот сюда. Скорее! Ты меня еще торопить будешь? Арсений, я тебя самого ждал тысячу лет, и ты меня сейчас что торопишь? Ты вообще офигел? У тебя вообще смелость есть, нет? Можно я пойду? Пиздить хочу. Давай, вали. Вали нафиг отсюда, можешь, в принципе, не возвращаться. Вещи ты мне уже принес. И, Арсений, в следующем видосике я тебя звать не буду. А позову лучше вместо этого вас. Но об этом я скажу чуть попозже. Пока что я просто строю. Надеюсь, что Арсений меня не слышит. Арсений, ну-ка, подь сюда. Я уже, в принципе, почти что все это сделал. Ты чего икаешь? И зачем здесь дырку сделал, Арсений? Как спуститься? Я ж тут лесенку сделал. Смотри, ты там, короче, все ломаешь специально. Ты же, Арсений, еще понял то, что у нас тут наша дверь-то, получается, закрывается. Нужно просто, короче, с собой всегда иметь мотыгу. Так что ты всегда ходи с мотыгой. Понял меня, Арсений, да? Вот эта дырка, ты которую сделал, ее делать не надо. Мы все обсидианом пока что сделаем, чтобы было максимально беспалевно, понял, да? И чтобы ты здесь ничего не ломал, иначе я тебя вмажу сейчас. Вот, мы, короче, так вот делаем. И все сразу же там, получается, делаем. Арсений, так смотри, я сейчас быстренько тут все доделаю. Если ты еще не понял, что такое, здесь я построил, то я тебе сейчас все объясню. Смотри. И что тут? Арсений, просто слушай меня внимательно. Ставим одну стойку для брони вот здесь. Ты зачем? Дурак! Ладно. Да все, поставь уже, ничего не шевели мне. Ставим одну стойку для брони вот здесь. И одну вот... Арсений, ну я же тебя по-человечески попросил. Ну ты зачем так делаешь? Ты почему поступаешь со мной? Как? Ты не стойка. Ты... Ну хотя ладно, давай. Будь вместо стойки. Вставай сюда, Арсений. Сейчас мы тебе устроим самую настоящую просто транспортировку. Мы, короче, сделаем вот так вот. Арсений падает. Эй, Арсений. Оно так работать не должно, пока... Арсений, а почему у нас слизь здесь не зацепляется? Я что-то не понял. Так, в чем проблема? Я, короче, не понял, какого фига там почему-то блок цеплялся. Арсений, смотри, короче, вставай вот сюда или вставай вниз. Куда хочешь, вставай, давай. Вот сюда, молодец, ладно, ты выбрал. Смотри, сюда мы ставим стойку для брони. И сейчас я вас поменяю местами. Был Арсений, ты чё опять мне все перепутал? Фу, отстой какой-то. Ты дурак, что ли? Можно, смотри, просто как сделать. Одну стойку для брони сделать золотой, а другую алмазной. И потом просто по одному нажатию кнопкой поменять их местами. Я же до этого все проверял, все работало. Арсений, это ты все сломал, да? Скажи-ка мне, пожалуйста, если это все-таки ты в чем-то накосячил, то я тебе просто так вмажу. Ты
чё разорался, дурачина? Тебя, ты понимаешь, тебя сейчас жители услышат и поймут, где мы живем. А такого допускать нельзя, Арсений. Арсений, я тебя поздравляю. Мы поняли, в чем проблема, и наконец-то все доделали. И просто посмотри, какая красотища. Можно еще стойку будет в другую сторону развернуть. И смотри. Арсений, ты здесь вообще? Арсений, ты чё стоишь? Что ты меня вообще слышишь или нет? Или ты вообще в другую вселенную какую-то попал? Видимо, да. А я вам пока что покажу, как же работает вся эта система. Арсений, ты что делаешь? Ты дурак, что ли, со своими огурцами? Смотри, Арсений, раз, и у нас стойки просто меняются местами. Правда, нужно там немного подождать. Ты просто посмотри, какая красотища. Чё ты ржешь, дурак? Давай со мной. А, кстати, да, теперь можно и с тобой попробовать. Сейчас я уберу стойку. Ну, давай, вставай. Арсений, добро пожаловать в подземелье. Ты что, не упал? Стой. Арсений, нужно было упасть. Погоди, стой. Ты просто, видимо, на краешек встал, из-за этого не получилось. Так, давай аккуратненько. Вот сюда. Молодец. Опа-на! Арсений! Поздравляю! Теперь я туда не выпущу. Сиди там до конца жизни. А я пока что пошел заделывать наш домик. Выпускай! Не, золотая стойка брони, она как-то поспокойнее будет. Стой, давай! Чё давай? Ты мне хочешь что-то предложить? Ну давай. Ты куда полез, Арсений? Не-не-не. Ты куда полез, я тебе говорю? Тебе кто разрешил? Ой, еще и весь дом затопил. Все с тобой понятно, Арсений, дурак. Я, короче, пошел следующие лайфхаки готовить. Только попробуй здесь что-нибудь еще накосячить. Понял меня? Сейчас ферму сделаю огурцовую. Стоп, а это что такое? Она сломалась! Нет, так не пойдет. Вот так пойдет.